Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам, как установить магазин на Microsoft Windows 10 корпоративная 2016 LTSB. Сборка 10.0.14.393, версия 16.07. Чтобы проверить нашу версию Windows, мы должны нажать Windows R, набрать WinVR. Версия, как видите, соответствует. Итак, начнем. Для того, чтобы установить магазин на эту версию Windows, нам нужно перейти по ссылке, которую я оставлю в описании, и скачать архив с нашим магазином. Сохраняем, куда нам удобно. Дожидаемся завершения закачки. И переходим в папку с загруженным магазином. Далее правой кнопкой мыши извлекаем наш архив. Переходим в папку, правой кнопкой мыши. Запустить скрипт от имени администратора. Система Windows защитила ваш компьютер, но нужно нажать подробнее. И выполнить в любом случае запуск скрипта, для того, чтобы установить наш магазин. Соглашаемся, даем права администратора на запуск данного скрипта и дожидаемся установки нашего магазина. После того, как скрипт выполнился, пробуем запустить магазин. Как видите, магазин запустился, и теперь мы можем пользоваться магазином на корпоративной версии Windows 2016 года. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До новых встреч и всем без синего экрана.